Из-за введенных QR-кодов поток посетителей в торговых центрах резко снизился, и в кафе забронировать столы теперь намного легче. При таком раскладе предприниматели рискуют остаться у разбитого корыта. Об этом сегодня пойдет речь в новом выпуске программы «Главная тема». Автор и ведущая программы Вероника Павлова прошлась по Чебоксарским ТЦ, пообщалась с владельцами точек. Она узнала, какое настроение царит в бизнес-среде. Также съездила в Мариинский Посад. Оказалось, что и там дела идут не очень. Предприниматели засыпали нашу съемочную группу вопросами. Их моя коллега адресовала министру экономического развития региона Дмитрию Краснову. Нашлось ли у него что ответить людям? Об этом узнаем сегодня в 21 час на нашем телеканале. Не пропустите.